Рекомендую канал для начинающих программистов, ссылка в описании ролика. За вас, мои друзья, Женя, Катя, Аня, люблю очень. И знаете, что я такой, какие вы. Я, к сожалению, человек мимикрирующий в этом смысле. То есть, если вдруг вы станете плохими, я тоже превращаюсь в чудовище. Пожалуйста, не превращайтесь. Мне так важно это. Потому что я на вас ориентируюсь. Я очень люблю. Спасибо. Тук-тук-тук. Здрасте, здрасте. Уходил. У меня паспорт всегда находится. А ну как, когда-нибудь Гузей его возьмет, скажет, я вас люблю, молодой человек, пойдите в ЗАГС. Потом она это не говорила никогда. А она в Ленинграде вот уже. А теперь зачем я буду таскать паспорт? Вот Гузеева, она у нее все в порядке. Тогда что? Моя любовь, Дебров, навсегда. Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась. На самом деле, он очень великолепный. Никаких вот этих. Я все. Но долго. Долго. Так ты же. А в Виктории не хочешь? Было, да? Я прямо вот это. Сейчас будем мы похмеляться. Ларин, здрасте. Привет. Мы вам место подогрели здесь. Да? Конечно. Правильно, с уважением. Самую чистую ложечку вам положили. С уважением, да. Конечно. Всем остальным не очень чисто. Ага. Молодцы. Снимаемся. Целую всех. К вам против. Скинул все, что только можно. Рекомендую канал для начинающих программистов. Ссылка в описании ролика. На этом YouTube-канале рассказывают про IT, программирование и разбирают самые основные проблемы, с которыми человек может столкнуться, когда решит стать программистом.